Привет, друзья, у меня в руках классный, обалденный автомобильный лайфхак. Если у вас есть такая резинка, то она вам очень пригодится. Не спешите ее выбрасывать, сейчас покажу почему. Значит, смотрите, к примеру, как я вот купил новый автомобиль. У меня еще нету никаких для телефона приспособлений на магнитах, либо еще каких-то там, да. И очень-очень плохо, что у меня их нет, потому что сейчас телефон куда мне положить? Вот я навигатор сюда, вот сюда, оно все будет спрыскать, оно будет падать, ну, неудобно, да. А покупать я не хочу, барахолить вот это все вот. И пока что, ну, как-то руки до этого не дошли. Так вот, если вы пока не купили тоже никакую такую держатель для телефона, то как раз мы сегодня поговорим с вами про самодельный автомобильный лайфхак, который вам пригодится. Что вам понадобится? Вам понадобится резинка и что еще? Просто смекалочка. Значит, смотрите, ставим мы телефон вот так, берем наш телефон, включаем навигатор там и вот так вот его прибамбасиваем вот здесь вот. Раз, перекрутили вот так вот, два, и вот здесь одели. Включили навигатор и, в принципе, можем ехать и смотреть навигатор. То есть очень удобно, очень классно. Самое главное, что видите, сбоку у нас видно зеркало заднего вида, а вот здесь вот у нас стоит автомобильный навигатор. И поверьте мне, он никуда не денется, он никуда не выпадет, потому что это способ обалденный, и он на все случаи жизни. Точно так же, если использовать ручку, можно вот сюда резинку тоже протянуть и здесь тоже поставить свой телефон. Но здесь более неудобно, потому что если вы едете, к примеру, сейчас как зима, либо летом, кондиционер, то у вас не будет хороший обдув в салоне из-за этого. А если вы еще включите печку, то телефон будет быстрее нагреваться, и, ну, нехорошо это. Да? А здесь вот в самый раз вы едете, смотрите, навигатор у вас сверху, и, в принципе, все. Вот такой вот лайфхак, думаю, многим понравится.